Сегодня праздник у девчат. Сегодня будут танцы. А какой подарок маленький? Есть для этого немало фантастических идей. Ведь сюрприз готовить маме – это очень интересно. Мы замесим тесто Ване или выстираем кресло. Ну, а я в подарок маме разрисую шкаф цветами. Хорошо бы потолок, жаль, я ростом невысок. Чей сегодня день рождения, для кого пекут пирог? Для кого расцвел весенний первый мартовский цветок? Для кого, догадайтесь сами. И пирог, и цветок мы подарим маме. Чей портрет в красивой рамке папа ставит на буфет? Для кого лежат подарки с лентой алый букет? Для кого, догадайтесь сами. И пирог, и цветок мы подарим маме. В мае день рождения мамы, а у нас сегодня март. Для кого же телеграмма доставляет наш почтамт? Для кого, догадайтесь сами. В этот день, славный праздник мамы. Поздравляем с 8 мартом наших дорогих женщин. Мы желаем вам счастья, здоровья и успеха во всем.